так поздно? Вы уже спали? Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это вас не тревожит. Простите еще раз. Считайте, что вас уже простил. Проходите, пожалуйста. Я сейчас там зажгу свет. Что-нибудь случилось? Случилось. Пожалуйста. Спасибо. Куда позволите? Куда угодно. Пастор, кто у вас жил последние 7 дней? Это что, допрос? Нет. Следовательно, я могу не отвечать? Обязан отвечать. А если я откажусь? Вы не откажетесь. Почему? Когда вы мне ответите, я объясню вам, почему. У меня жил один человек. Кто он? Не знаю. Он не говорил вам, кто он? Нет. Вы не интересовались, кто он? Нет. Он просил убежище. Ему было плохо, я не мог ему отказать. Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы спорили с ним, как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он никогда им не был. Он мой агент. Он провокатор гестапо. Ах, вот оно что. Я говорил с ним как с человеком. Неважно, кто он, коммунист или ваш агент. Он просил спасения, и я не мог ему отказать. Вы не могли ему отказать. И вам не важно, кто он, коммунист или агент гестапо. А если из-за того, что вам важен просто человек, абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу, это для вас важно? Да. Это для меня важно. А если еще более конкретно? Первыми на виселицу попадет ваша сестра и ее дети. Это для вас важно? Это же злодейство. Говорить, что вам не важно, кто перед вами, коммунист или агент гестапо, еще большее злодейство. Причем ваше злодейство догматично, поэтому особенно страшно. Сядьте, прислушайте меня. Ваш разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я сделал. Это делал он. Я не знаю, что с ним. Он прислал мне странное письмо. И потом без пленки, которую я уничтожил, ему все равно не поверят. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересечете границу Швейцарии. Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии. Вы пересечете ее. А я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности. Вы словно оборотень. Ужасно трудно вам верить. У вас столько лиц. Вам ничего не остается, как только верить мне. И вы пересечете границу Швейцарии хотя бы для того, чтобы спасти своих близких. Или нет? Да. Я поеду, чтобы спасти ему жизнь. А чего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Если я вам поручу взорвать кирху, вы ведь откажетесь туда ехать, не так ли? Вы умный человек, вы, очевидно, точно рассчитали, что в моих силах, а что выше моих сил. Правильно. Вам жаль Германию? Мне жаль немцев. Хорошо. Кажется ли вам, что мир ни медля, ни минуты – это выход для немцев? Это выход для Германии. Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества.
Нам умирать не страшно. Мы отжили свое. И потом мы одинокие стареющие мужчины. А дети? Я слушаю вас. Кого вы можете назвать из тех ваших давнишних знакомых по совместной работе в движении пацифистов? Диктатуре понадобились пацифисты? Нет. Диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, понимая, что каждый новый день войны – это новые жертвы, причем бессмысленные. Гитлер пойдет на переговоры? Гитлер на переговоры не пойдет. На них пойдут другие люди. Ну, это преждевременный разговор. Сначала мне надо иметь гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые помогут вам вступить в переговоры с представителями западных держав. Кто вам в этом может помочь? Фигура президента Швейцарской Республики вас устроит? Нет, это не то. Это официальный канал, это не серьезно. Меня интересуют представители церкви, которые имеют вес в мире. Деятели церкви, все деятели церкви имеют вес в этом мире. У меня там много друзей. Я, с моей стороны, был бы наивностью обещать что-либо, но я думаю, что мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными людьми. Вот, например, бывший министр Краузе. Запад уважает его. Однако меня там спросят, кого я представляю. Немцев. Если вас спросят, кто конкретно будет вести переговоры, вы спросите, а кто конкретно поведет их со стороны Запада. Но это через связь, которую я вам дам. Через что? Все детали мы с вами оговорим потом. Сейчас важна принципиальная договоренность. А где гарантия, что моя сестра и ее дети не попадут на виселицу? Я освободил вас из тюрьмы? Да. Как вы думаете, это было легко? Думаю, что нет. Как вы думаете, имея на руках запись вашей беседы с провокатором, где вы ругаете фюрера, я мог послать вас в печь? Бесспорно. Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности до тех пор, естественно, пока вы делаете то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах, о стариках и младенцах. Вы мне угрожаете? Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать для того, чтобы спасти вас и вашу сестру. Когда все это должно произойти? Как только в этом возникнет необходимость. Ну да, а когда может возникнуть эта необходимость? Скоро. И последнее. Если кто-нибудь вас спросит о нашем разговоре... Я буду молчать. Хочу вам верить. Кто из нас двоих сейчас больше рискует? А вы как думаете? Мне кажется, что больше рискуете вы. Правильно. Вы искренне в своем желании найти мир для немцев? Да. Вам недавно пришла эта мысль? Дать людям мир? Да как вам сказать? Трудно ответить до конца честно, пастор. И чем честнее я вам отвечу, тем большим лжецом могу вам показаться. Вот это моя миссия. В чем она будет состоять более конкретно? Я ведь не умею воровать документы и стрелять из-за угла.
Во-первых, этому недолго научиться. А во-вторых, я не требую от вас умения стрелять из-за угла. Могут пригодиться ваши связи. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-то или такого-то своего представителя, имя я назову позже, провоцирует Запад. Вы объясните им, что этот или иной человек Гиммлера не может хотеть мира. Вы докажете им, что этот человек провокатор, лишенный веса даже в СС. Вы объясните им, что идти на переговоры с этим человеком не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите, что это безумие идти на переговоры с СС, с Гиммлером. Вы скажете своим друзьям, что на переговоры надо идти с другими людьми. И вы назовете серьезные имена честных, смелых людей. Но это потом. Об этом мы будем разговаривать позже. Кроме прислуги, дома никого нет? А прислуги тоже нет. И сестры с детьми нет. Они все уехали в деревню к родным. Я могу осмотреть дом? Пожалуйста. Добрый вечер. Ваши сигареты. Пожалуйста. Сюда бутылку шампанского. Добрый вечер, господин Вольф. Добрый вечер, фрау Заврих. Фрау Заврих, у меня идея. Да? Так я побежал за шахматами. Нет, нет. Дело в том, что у меня дома есть ветчина. Что есть? Отличная ветчина. Вы шутите? Нисколько напротив. Я намереваюсь пригласить вас к себе в гости на ветчину. Ой, господи. Габи. А Габи сегодня здесь? Ой, господи, Габи! Габи, идите сюда! Габи, мы едем ужинать господину Бользуну, Габи. Я жду вас в машине. Прелесть, Габи, да?
сейчас я сыграю другое. Посвящение, Фуман. Сейчас сыграю. Сегодня такой прекрасный вечер. Да. Горит? Мне бы хотелось когда-нибудь вам сделать что-нибудь приятное, господин Бользин. А вы мне погадайте. Вам? А что вы хотели бы узнать? Ну, скажем, когда кончится война? Она уже кончилась. Да. В известном смысле, да. Если бы мы это поняли раньше, это было бы лучше для нас всех. А вы разве думаете по-другому? Ну, во всяком случае, я вам этого не говорил. Я вам лучше сыграю, а вы потанцуете. Давно не видела, как танцуют. Ну, я готов. Часто думаю, отчего вы с такой нежностью относитесь к фрау Заурих? Она говорит, что вы напоминаете ей старшего сына. А может, она напоминает вам вашу маму? Просто из всех людей, живущих на земле, я больше всего люблю стариков и детей. Вот как. Я ни к тем, ни к другим не отношусь.
дежурный врач. Как только она попросит вас позвонить куда-либо или передаст вам записку, немедленно звоните ко мне. На работу, домой, неважно. И в любое время. В любое. А если к ней придет кто-нибудь, сообщите вот сюда. Это в 3 минутах от вас. А посетителя задержите под любым предлогом. Под любым. Доброе утро, Фраукин. Ну, как наши дела? Что, маленький? Спасибо. Он начал покрикивать. Я успокоилась. Я боялась, что из-за моей контузии у него могло что-то повредиться с голосом. Но врачи смотрели, вроде бы все в порядке. Ну и слава богу. Бедные дети. Столько страданий для малюток, только-только вступающих в мир, в этот грозный мир. А у меня для вас новости. Хорошие. В наше время все новости дурные новости, но для вас скорее хорошие, нежели плохие. Большое вам спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту. Что? Скажите, как ваша голова? Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих приступов дурноты. Это симптомы сотрясения мозга. Да. Если бы не моя грива, мальчика могло бы вовсе не быть. Грива приняла удар этой стальной балки. Ну что, у вас не грива, у вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями? Да. Дядя прислал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни. Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме? Правда, я не помню. Кажется, муж туда не звонил. Компания поможет вам получить телефонный разговор с дядей, как только врачи позволят вам встать на ноги. Знаете, эти шведы нейтралы, они богаты, и его долг помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и сердце его дрогнет. А теперь вот что. Я договорился с руководством нашей фирмы. Мы дадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы вашей страховки. Но для этого необходимы имена 2 гарантов. Кого? 2 людей, которые бы могли гарантировать... Ну, вы извините, я всего-навсего чиновник, не сердитесь, которые бы гарантировали вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно. Ну, кто же может дать такую гарантию? Неужели у вас нет друзей? Таких? Пожалуй, нет. Ну, хорошо, ну, знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые могли бы подтвердить нам, что знали вашего мужа. Знают. Он жив? Да. Где он? Он был здесь? Нет, он в госпитале. Я верю, что он жив. А я искал. Во всех госпиталях? Да. И военных тоже? А почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь? Он же инвалид войны, офицер. Он потерял сознание, его могли отвезти в любой военный госпиталь. Теперь я за вас спокоен. У вас светлая голова, и дело явно идет на поправку. Скоро надо будет гулять. Мальчику нужен воздух. Воздух – это лучшее лекарство в наше время. А пока назовите мне кого-либо из друзей, знакомых вашего мужа. Попробуйте, мой господин, поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем.
Он живет в Рансдорфе. Это давнишний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он остался к нам по-прежнему добр. Фринт, ну, Шрансдорф, улица не помните? Не помню. Ну, в адресном столе могут не дать адрес генерала. Он старенький. Он уже не воюет, ему за 80. А голова у него варит? Что? Нет, я боюсь, может, у него склероз. От стариков все зло в этом мире. Ну что вы, мой господин. Генерал так добр. Ну хорошо. Кто еще? Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Улица к мельнице, собственный дом. Спасибо. Ну, это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж среди найденных чемоданов опознал два ваших. Да, завтра утром я вместе с ним приду сюда, и мы при нем, и при враче вскроем эти чемоданы. Может быть, вы сразу сделаете распоряжение. Ненужные вещи я поменяю на белье для нашего карапузика. Спасибо вам. Бог отплатит вам за вашу доброту. Бог никогда не забывает добра. Вы лютеранка? Нет. Моя семья всегда принадлежала католической церкви. А я лютеранин. Впрочем, это не важно. Главное, чтобы у человека был Бог в душе. И самое последнее. Пожалуйста, подпишите эту просьбу выплатить вам незамедлительно первую часть суды. Вот здесь, пожалуйста. Спасибо. Желаю вам скорейшего выздоровления и поцелуйте от меня вашего великана. Чемодан Эрвина. Он узнал бы этот чемодан из тысячи. В нем хранился передатчик. Штирлиц не знал, зачем он пошел за этими людьми. Он не знал, что будет делать дальше. Не знал он, да и не мог предположить, что в лаборатории обнаружили отпечатки пальцев Кэт не только на внешней стороне чемодана. Ее пальцы остались и на шкале настройки, и на черных эбонитовых наушниках. Поставьте это туда. Совершенно секретно. Личное дело Рольфа Юргена. Штурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1934 года Рольфа Юргена, штурмбанфюрера СС. Истинный ариец. Характер нордический, отважный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой долг. Беспощаден врагам Рейха. Отличный спортсмен. Отличный семьянин.
Связей, порочивших его, не имел. Отмечен наградами рейхсфюрера СС. Ты что, готовишься к эвакуации? Нет, это передатчик. Коллекционируешь? А где хозяин? Хозяйка. Можете идти. По-моему, хозяину каюк. А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе в госпитале. Этого нам только не хватало, новорожденного. Да. И с головой этой стервы не в порядке. Что ж ты думаешь делать с больной дамой, не допрашивать же ее в таком состоянии? А по-моему, в таком состоянии и допрашивать. А то мы конетелимся, ждем чего-то. Главный наш болван из отделения показал ей фото чемодана вкупе с этим. Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей, дурак. Слава богу, сбежать она не сможет. У нее там ребенок, а в детское отделение никого не пускают. Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка. А в общем-то... Черт тебя знает. Я решил сегодня привезти ее сюда. Разумно. Пост там поставили. Надо же следить за возможными контактами. Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работникам. Тогда стоит ли ее сюда привозить? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит искать связь? Вот я сам на распутье. Боюсь, она очухается. Ты же знаешь этих русских. Их надо брать тепленькими, слабыми. А почему ты решил, что она русская? Ха, так с того-то и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала. А где она? В Шарите. Так что привезти ее сюда 10 минут работы. Бери ее поскорее. Хотя можно поломать всю игру. Интересная может быть игра, если она начнет искать контакты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам? Их люди. А вот эту версию мы пока не отработали. Дарю. Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров, желаю удачи. Это интересное дело. Очень интересно. И главное тут не переторопить. Советую, не докладывай большому начальству. Они тебя заставят гнать дело. Ну, ладно. Да, а зачем же я к тебе заходил? Я стал склеротическим идиотом. Я же шел к тебе за снотворным. Все знают, что у тебя есть прекрасное шведское снотворное. Это верно. Запоминается последняя фраза. Это Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, если Рольфа спросит, кто к нему заходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил шведского снотворного. Рольф снабжал половину управления снотворным. Его дядя был аптекарем. Бригада фюрера, мне лучше сказаться больным, а я действительно болен, и попроситься на 10 дней в санаторий, иначе я сдам. Что случилось? Что с вами? Не падайте в обморок, но, по-моему, мы все под колпаком у Мюллера. В чем дело? Вчера этот идиотизм с хвостом на Фридрихштрассе. Сегодня еще почище. Они находят русскую с передатчиком, видимо, работавшую очень активно. Я охочусь за этим передатчиком 8 месяцев, но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который также понимает в радиоиграх, как заяц в геометрии.
Не надо, ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию. Я пойду сейчас к этой русской, возьму ее к нам и проведу хотя бы первый допрос. Может быть, я сама обольщаюсь, но я проведу его лучше, чем Рольф. Потом пусть ее перебрасывают ему. Для меня важнее всего дело, а не честолюбие. Приезжайте, а я позвоню рейхсфюреру. Может быть, лучше зайти к нему. Мне не очень-то нравится вся эта возня. Езжайте и делайте свое дело. А потом мы с вами поговорим о пастыре. Нам понадобится дня через 2-3. Но я не могу разрываться между двумя делами. Можете. Разведчик или сдается сразу, или не сдается вовсе, за исключением редких случаев после применения специальных мер головорезами Мюллера. Так что все вам станет ясно в первые 2-3 часа. Если эта мадам замолчит, отдадим ее Мюллеру, и пусть они разобьют себе лоб. А если заговорит, запишем ее себе в актив и утрем нос Мюллеру. Езжайте. Одежду, фрау Кин. Хорошо. А вы будьте любезны проследите, чтобы в коридоре никого не было. Фрау Кин, собирайтесь. Вы проиграли. Разведчику надо уметь достойно проигрывать. Я знаю, вы станете отпираться, но это глупо. У нас перехвачено 40 ваших шифровок. Сейчас вам принесут одежду, и вы поедете со мной. Я гарантирую жизнь вам и вашему ребенку, если вы станете сотрудничать с нами. Я ничего не могу вам гарантировать, если вы станете упорствовать. Может быть, вы все-таки выйдете, пока я буду одеваться? Я не выйду, я отвернусь. И буду продолжать говорить, а вы будете думать, что мне ответить. Я ничего вам отвечать не буду. Мне нечего ответить вам. И вообще я не понимаю, что, собственно, происходит. Я еще очень слаба. Я думаю, что это недоразумение, которое скоро выяснится. Мой муж офицер. Инвалид войны. Бросьте. Ваш радиопередатчик у нас. Радиограммы тоже у нас. Они расшифрованы. Это доказательство, которое невозможно опровергнуть. От вас потребуется только одно. Ваше согласие на совместную работу с нами. И я вам советую согласиться с моим предложением. И, во-первых, рассказать все, что вам известно. Пусть вам известно очень немногое. И, во-вторых, принять мое предложение и незамедлительно, в течение этих 2-3 дней, начать работать на нас. Штирлиц говорил отрывисто, четко и громко. Достаточно громко, чтобы его хорошо было слышно тем, кто сейчас мог его слышать.
Он старался подготовить Кэт к тому, что самое главное он скажет позже. Он видел, что Кэт это поняла и ждет. Но сказать это главное, то, что должно было определить ее дальнейшие шаги, сказать это сейчас Штирлиц не мог. Не хотел он об этом говорить и в машине. Он вдруг испугался одной мысли, что в машине мог быть установлен диктофон. Стало быть, самое главное, он сможет сказать только в коридоре. Минуты две у него будет. Он подсчитал это, когда шел сюда в палату. Дитя готово. Вам трудно нести ребенка, я могу его отнести в машину. Не надо, ступайте. Фрау Кин понесет ребенка сама. Хорошо. А вы проследите, чтобы в коридоре не было больных. Слушай меня, девочка. Слушай внимательно. Они станут давать тебе информацию для наших. Торгуйся. Требуй гарантий. Требуй, чтобы ребенок был с тобой. Сломайся на ребенке. Они могут нас записать, поэтому сыграй все точно у меня на допросе. Шифра ты не знаешь. Наши радиограммы не расшифрованы. Шифровальщиком был Эрвин, ты только радист. Остальное я возьму на себя. Скажу, что Эрвин ходил на встречу с резидентом в район Канштрасс и Рансдорф. Кто он, не знаешь. Скажу, что к Эрвину приходил господин из МИДа. В машине я тебе покажу его фото, и все, ясно? Этим человеком из МИДа был советник Восточного управления Хайнц Кортнер. Он погиб неделю назад в автомобильной катастрофе. Это был ложный след. Отрабатывая этот след, гестапо неминуемо потеряет 10-15 дней. А сейчас и один день решал многое. Прошу вас. Арестованную проводите в 15-ю комнату. Я с ней буду там работать.
Арестованная в 15-ю. Проходите. Через 2 часа Рольф будет докладывать Мюллеру, что русская радистка исчезла из клиники Шарите. 2 отделения районной полиции будут подняты по тревоге. Дежурная сестра и няня будут арестованы. А еще через час к Мюллеру позвонит Шелленберг. Приветствую вас, дружище. Добрый вечер. Прошу простить, я сейчас. Будь важен. Старайся отыскать вас, они неминуемо придут ко мне. Это второе. Да, я слушаю. Штирлиц приготовил нам всем подарок. Да, он привез русскую радистку, которая дала согласие работать на нас. Мюллер знал это. Он уже 1,5 часа работал, сличая стенограмму первого допроса русской радистки с магнитофонной записью, полученной его службой, находящейся в постоянном соперничестве с управлением Шелленберга. И рейхсфюрер поздравил его с этой удачей. Штирлиц играл, что называется, ва-банк. Он понимал, что шифр не раскрыт. Практически его нельзя было раскрыть, поскольку это был его личный шифр, и у гестапо не было к нему ключа. Радиограммы, отправлявшиеся из центра Штирлицу, имели другой ключ, который радист мог и не знать. Это был обязан знать шифровальщик, который молчал, потому что был погребен под развалинами дома. На допросе они с Кэт все разыграли как нужно. Но тем не менее Штирлиц в сотый раз спрашивал себя, вправе ли был он привозить сюда в тюрьму Кэт, Кэтрин Кин, Катю Козлову? Да, он мог бы увезти ее в Бабельсберг, а после найти квартиру и снабдить новыми документами. Это значило бы, что, спасая жизнь Кэт, он заранее шел на провал операции, той, которая могла так или иначе повлиять на будущее Европы. Он понимал, что после похищения Кэт из госпиталя все гестапо будет поднято на ноги. И если побег удастся, непременно след поведет к нему. Значит, ему тоже пришлось бы уйти на нелегальное положение. Это было равнозначно провалу. Если бы он был уверен в том, что Катя будет у него все время и не попадет к Мюллеру, он бы так не тревожился и не задавал бы себе без конца один и тот же вопрос, прав или нет. Он бы поселил ее на конспиративной радиоквартире под охраной СС, а в нужный момент устроил бы так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла, и никто не смог бы ее найти. Да, пожалуй, потом он бы смог сделать так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла, и никто не нашел бы ее. Хотя даже сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно. Каждый второй человек давал информации на соседа, а этот сосед, в свою очередь, давал информации на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой германской тайной полиции. Не сердитесь, дело ведь у нас общее, важен только результат, а кого погладят по головке и кому дадут конфетку, в этом ли суть? Я не люблю сладкого. Продолжим прослушивание. Надо сказать, этот Штирлиц, он лихо работает.
Послушайте, как он ее подготовил. Я не стану вам повторять той азбучной истины, что в Москве этот арест будет для вас приговором. Человек, попавший в гестапо, обязан погибнуть. Вышедший из гестапо – предатель и только предатель, не так ли? Это первое. Я не стану просить у вас имен оставшихся на свободе агентов. Это не суть важно. Стараясь отыскать вас, они неминуемо придут ко мне. Это второе. Третье. Вы понимаете, что как человек и как офицер Рейха я не могу относиться к вашему положению без сострадания. Я понимаю, сколь велики будут муки матери, если мы окажемся вынужденными отдать ваше дитя в приют. Ребенок навсегда лишится матери. Поймите меня верно, я вам не угрожаю. Просто даже если бы я не хотел этого делать, надо мной есть руководство. А я не могу не выполнить приказы. Я солдат, и моя родина воюет с вашей страной. И, наконец, четвертое. Мы в свое время получали копии ваших кинофильмов, снятых в Алма-Ате московскими киностудиями. Там изображают немцев дураками. Если это так на самом деле, тогда почему мы стояли у ворот Кремля и на Волге, если мы такие идиоты? Да. Но сейчас части Красной Армии стоят у ворот Берлина. Верно. Когда наши войска стояли у ворот Кремля, вы верили, что дойдете до Берлина. Так и мы убеждены сейчас, что скоро вернемся к Кремлю. Но в сторону дискуссии. Я начал говорить вам об этом потому, что наши дешифровальщики отнюдь не глупые люди, и они уже многое открыли в вашем шифре. И вашу работу, работу радиста, может выполнить наш человек. Ваш радист не знает моего почерка. Зато мой почерк очень хорошо знают в центре. Верно. Но у нас есть записанные на пленку ваши донесения. Мы можем легко обучить вашему почерку нашего человека. И он будет работать вместо вас. Это будет вашей окончательной компрометацией. Вам не будет прощения на родине. Вы это знаете так же точно, как и я. А может быть, еще точнее. Если вы проявите благоразумие, я обещаю вам полное алиби перед вашим руководством. Это невозможно. Вы ошибаетесь. Это возможно. Ваш арест не будет зафиксирован ни в одном из наших документов. Вы поселитесь с моими добрыми друзьями на квартире, где будет удобно девочке. У меня мальчик. Простите. Вас, скажете вы потом, если увидите своих, нашел после смерти мужа человек, который назвал вам пароль. Я не знаю пароля. Вы знаете пароль. Пароль вы знаете, но я не прошу его у вас. Это мелочи, игра в романтику. Так вот, человек, назвавший вам пароль, скажете вы, привел вас на эту квартиру и передал вам зашифрованные телеграммы, которые вы гнали в центр. Это алиби. В спектаклях и лентах о разведчиках принято давать время на раздумье. Я вам на раздумье время не даю. И спрашиваю сразу, да или нет. Это единственный прокол. Он перепутал пол ребенка, назвал дитя девочкой. А в остальном виртуозная работа. Да. Не слышу. Да. Да, да, да! Вот теперь хорошо. И не надо истерики. Вы знали, на что шли, когда давали согласие работать против нас. Прошу. У меня... И есть одно условие. Да, я слушаю. С родиной у меня оборвалась вся связь после гибели мужа и моего ареста. Я буду работать на вас, если только вы гарантируете мне, что в будущем я никогда не попаду в руки моих бывших руководителей.
потерял сознание. Поместите арестованного в наш тюремный госпиталь. Проследите, чтобы обращение было отменно предупредительным. Это у нее на нервной почве пройдет. Еще раз, пожалуйста, включить. Вероятно, все-таки нам нельзя ее упускать. Это будет верхом беспечности и глупости. Особенно теперь, когда мы начинаем наши игры с попом. Как вам кажется, может быть, нужно было бы заручиться поддержкой рейхсфюрера? Пробую. А мотивировки? Мотивировок много. Ладно, подумаем. Во всяком случае, я поздравляю вас с удачей, Штирлиц. Мы все-таки утерли нос Мюллеру. Это славно, очень славно. Denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits und andererseits und außerdem, ja, denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe. Gerade sie ist im großen Weltgetriebe für das Herz wohl der schönste aller Triebe. Einerseits und andererseits und außerdem. Zwar was mich anbetrifft, habe ich dein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Эту картину под названием «Девушка моей мечты» Штирлиц смотрел в шестой раз. Он ненавидел эту картину. Он уже не мог смотреть на Марику Рок и слушать эту музыку. Разумеется, такие вещи не принимаются во внимание. В этом кинотеатре он регулярно встречался с дипкурьером по фамилии Свенсон. Дипкурьер Свенсон курсировал между Берлином и Стокгольмом, попутно поставляя информацию для конторы Шелленберга. Сведения, которые сегодня ждал Штирлиц, были крайне важны для Шелленберга. Так сегодня Штирлиц в шестой раз посмотрел «Девушку моей мечты» и в шестой раз уехал, не встретив своего агента.
третьему подъезду, к шестому подъезду, к третьему подъезду, к шестому подъезду, к шестому подъезду, к шестому подъезду, к шестому подъезду. Это к третьему. К третьему подъезду. К шестому подъезду. К третьему подъезду. Бомбоубежище. Спуститься в убежище, подумал Штирлиц, а то еще угрохать в собственном учреждении. Связи. Каждый из этих телефонов напрямую был связан с бункером фюрера и с кабинетами Бормана, Геббельса и Геринга. Слушает. Вы получили? Борман слушает. Вы получили мое письмо? Кто это? Алло. Кто это? Алло. Я слушаю. Вы должны были получить письмо лично для вас от преданного члена партии. Да. Здравствуйте. Где вы? Ах, да, ясно. Они понимали друг друга. Борман понял, что Штирлиц знает о том, как прослушиваются все его разговоры.
Это свидетельствовало, что человек, говоривший с ним, знал высшие секреты Рейха. Штирлиц, в свою очередь, сделал вывод, что Борман понимает все, что он ему не договаривал, и поэтому он почувствовал удачу. Номер моей машины. Я знаю. Кто будет за рулем? Это имеет значение. Да, один из ваших шоферов. Я знаю. Там, где мы должны были с вами увидеться, вас будут ждать во время, указанное вами завтра. Сегодня. От того времени отнимите 2,5 часа и переложите на настоящий момент. Хорошо. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Это была машина Бормана. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.